Если вдруг вы оказались в диком лесу, а кушать совсем нечего, просто возьмите вот такую большую форель, разрежьте ее на стейки и посмотрите внимательно, не взяли ли вы с собой газовый гриль. Лично мой отборг я всегда беру с собой, потому что он самый компактный и самый легкий в мире. Здесь две независимые зоны для приготовления, и на одной пожарьте стейки, а на другой овощи. Рыбка получается очень сочная, ее отделяй от костей. После постарайся раздобыть рис и добавь его к рыбе вместе с майо и ширирачей. На этом этапе уже можно остановиться, но если из полученной смеси сформировать шарики, украсить их соусом терияки зеленью, получится просто волшебно. Делись этим видео с друзьями и не дай им пропасть в лесу.